В качестве одной из дополнительных мер соцподдержки семей с детьми Департамент опеки, попечительства и соцподдержки Самары предоставляет единовременное пособие выпускникам общеобразовательных организаций, являющихся инвалидами. По вопросам выплаты вы можете обратиться в департамент по адресу улица Некрасовская, 63, 3 этаж, 3 кабинет. Выплату можно оформить в МФЦ или на портале госуслуг. Документы принимаются до 1 ноября. Записаться на прием к нотариусу жители могут через госуслуги. Информирует телеграм-канал Ленинского района. Нотариус может удостоверить доверенность, открыть наследственное дело, оформить согласие супруга на сделку. К сервису уже подключились около 6 тысяч нотариусов в разных регионах. Это более 70% от общего количества. 1 августа 1932 года в Самаре был создан ботанический сад. Об этом сообщает телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Сад разместился на площади 40 гектаров в составе института по изучению и охране природы Средневолжского края.